С Сергеем Маратовичем мы довольно давно дружим. Он мне очень часто помогает советами, замечаниями относительно образов, относительно внешнего вида, относительно моего поведения на сцене. Не делай специальных движений, да? Вот как у тебя отсюда идет, так и там же. Не надо, ногу туда затекать, все. И другая немножко. Мне близок этот образ хулигана, потому что я, честно скажу, и в жизни тоже любил так как-то пошкодничать, когда был помладше. Опять же, очень интересная стилистика этого спектакля, потому что немножко надоедает танцевать принцев, танцевать чистую, голубую классику. Иногда хочется попробовать себя в чем-то абсолютно новом и в чем-то в таком, в чем меня не видел никто. И даже, может быть, не представляет о том, как интересно этот мальчик может сделать такого вот товарища вора, хулигана. Я считаю, есть классика в спектаклях, и вот эта тема хулиганства, и, как правило, хулиганы всегда стремятся найти для себя девушку, барышню, да, чтобы она вытащила их из этой рутины. Такие спектакли должны жить, а должны идти наряду с такими спектаклями, как «Лебединое озеро», как «Щелкунчик», как «Спящая красавица». Потому что эта тема будет всегда интересна. Это искусство нужно смотреть исключительно сидя в театре и смотреть, сопереживать и жить именно теми мгновениями, когда ты видишь и чувствуешь актера на сцене.